на церемонії нагородження. Отже, народний художній колектив «Ансамбль народного танцю «Горецвіт» нагороджується за високий рівень і творчі успіхи у всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Різдвяні дзвони» за пропаганду і розвиток дитячого мистецтва. Гран-при фестивалю «Ваші оплески»! Подяка художньому керівнику, головному балетмейстеру народного художнього колективу, ансамбль народного танцю «Горецвіт» Тягною Володимиру Івановичу. Ваші оплески! Гран-при фестивалю «Ваші оплески». Тяглій Наталії Борисівні, керівнику художнього колективу ансамблю народного танцю «Горецвіт». Ваші оплески! Подякою нагороджується прохорець Антон Миколаєвич. Олександр Козюлін, лауреат Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Різдвяні дзвони». Всім! Всім участь нагороджується лауреатом Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Різдвяні дзвони». Подяка члену журі Тяглий Володимир Іванович за вагомі досягнення в професійній діяльності, активну підготовку та проведення всеукраїнського фестивалю конкурсу «Різдвяні дзвони». Ваші оплески! Ваші оплески! Гран-при фестивалю! Слово надається члену журі Ірині Джамаль. Ірина Джамаль – это член международного жюри. Это представитель «Золотого ключика», это представитель оргкомитета, это вообще чудесная актриса, певица, которую знает весь мир. Ирина Джамаль три коллектива имеет хореографических в Израиле, огромных. Ирина Джамаль. Ну, я приветствую всех участников и всех, кто поддерживал участников. Прекрасный этот фестиваль, чудесный. Как вы выдержали после тяжелейшей такой активной поездки в Буковель. И сегодня прекрасно все пели. Очень трудно было даже принять решение, кому что, как, какие награды. Потому что все изумительно выступали. И певцы, и танцоры, но сейчас мы награждаем этот коллектив, который меня просто восхитил. Я тут с ними вместе плясала за столом жюри. И я хочу специальный приз от Святой Земли. Я приехала с Израиля, и как раз вот рождественский праздник, это со Святой Земли. Иисус родился, вы знаете, да, что Рождество – это рождение Иисуса, Спасителя. И он родился в Вифлееме, это прекрасный город. Раньше это была Палестина, сейчас это Израиль. И
Я там часто бываю, в этом городе, и там, в том месте, где родился Иисус, есть звезда, такую сделали звездочку, которая светит нам, да, чтобы освещать наш путь и хранить нас. И со всего мира приезжают паломники, верующие, выставят громадную очередь, чтобы только прикоснуться к этой звездочке и получить это, вот этот свет, это благословение, чтобы эта звездочка вела во всех ваших путях. Поэтому я привезла с Израиля эту любовь Божью, эту благодать, этот свет, это благословение. И я передаю его вам. И первый коллектив, которому я передаю, это коллектив «Город Свит». Уже приглашаю вас на гастроли в Израиль. Мы это все потом обговорим. Кого фестивалю конкурсу «Різдвяні дзвони» високий рівень, творчі успіхи, пропаганда і розвиток дитячого мистецтва нагороджується Валерія Хоменко Гран-при. Школа мистецтв номер 5 місто Біла, церква Київської області. Керівник Білогурга Галина Станіславівна, у вашій області гран-при Вікторія Хоменко. Нагороджується Пенязькова Валерія, перше місце.
наворожується Руслана Шатрук, місто Костів. Чемпіонки Вікторії Володимирівні. Народний вокальний колектив «Алегро». Висловлюємо щиру подяку керівнику народного вокального ансамблю «Алегро» Логачевій Ользі Віталіївні.
члену жюрі Дані Олександрук. Виолетте, подари мне медаль. Спасибо большое. Фестиваль закрыт. Огромное вам спасибо. Может быть, не так много, потому что такие погодные условия. Вы сами видите, сколько снега много. Добраться нельзя. И коллективы, которые должны были у нас принимать участие, тоже не смогли приехать, потому что очень сложно добраться. Всем творческих успехов, всем хороших, больших содержательных программ, здоровья, чтобы учились только на пятерке, чтобы всегда ездили, принимали участие во всех фестивалях, международных, украинских. Снимались кино, у нас вот представитель «Золотого ключика», и сколько фильмов, и как все поражена наша Ирина Шамар, как понравились. Спасибо. Детки, дорогие мои, я вам желаю еще больше и больше процветать в ваших творческих дарах и талантах, еще больше и больше, и радовать зрителя, радовать всех окружающих вашим просто потрясающим творчеством. Спасибо вам!